Были деревянные полы тут. Но благодаря вот здесь была яма такая для хранения вина, как хозяйка говорила. И деревянные полы сгнили полностью. По крайней мере, рядом с этой ямой. И что? Кстати, был советский гипсокартон на стенках здесь. В этом помещении. И на потолках, оказывается, советский гипсокартон. Сбиваю штукатурку, так как местами держится, местами не держится. И вот что, от ямы пошел грибок был. И наверняка еще с крыши может что-то капало, фиг его знает, но я так думаю, с ямы, с погреба. Хотел штукатурку спетлять и здесь на засыпку оставить, но не пришлось обмануть судьбу. Приходится ее собирать, потому что минимум высоты на бутерброд напольный получается. Я имею в виду засыпка песком, клеенки, пенопласты, вернее стюардороты и стяжка. И получается, что не получится у меня спрятать бой штукатурки. Придется вывозить. Ёшкин кот. Думал потолки оставлять, но все-таки решил их нафиг всех срывать. Утеплять, срывать. Короче, работы хватает. Иногда действительно кажется, что дешевле новый построить.